Йоу, всем привет! Здесь Бибой Чирита, я представляю команду Illusion of Exist и Evolvers Original Squad. Сегодня я снова на проекте Break Advice и покажу свой универсальный переход. Йоу, сегодня я вам покажу универсальный переход, который сам не раз использовал и апгрейдил. Посмотрим, что из этого получится. Итак, этот переход имеет несколько вариаций. Самая легчайшая из них через Turtle Freeze. Итак, как же он делается? Выглядит он очень просто. Стоим, левая прямая, правая согнута. Запомним, ноги не меняются, как на зулу-спине. Просто ставим одну руку, другую руку правую в Turtle Freeze и переходим. Еще раз. Как мы начинали это движение, так мы и заканчиваем. Это самая легкая вариация этого перехода. Ну что ж, идем дальше, друзья. Следующая часть через локоть. Итак, все так же мы встаем. Есть два момента. Во-первых, вам надо оказаться немного повыше. С согнутой ноги мы немного толкаем себя вверх. Второе. Небольшая скрутка и ставим правый локоть. То есть наверх, скрутка и все, мы перешли. Видите, да? Ноги не меняются. Еще раз. Согнутая левая, ой, правая, прямая левая, наверх, скрутка, переходим. Окей, это вторая разновидность. Немного посложнее. Теперь, я считаю, что третье даже легче. Через руку. Все тот же переход, ноги не меняются. Наверх, скручивание, рука, перенос тела. Наверх, скручивание, рука, оп, переносим. Прошу заметить, что форму ног мы оставляем всегда одинаковую. То есть, вы начинаете так, заканчиваете так и делаете сам переход. Тоже вот в такой позиции. Окей, это были три весьма лайтовых перехода. Но теперь последнее, так сказать, для продвинутых пользователей. Все остается точности так же, но мы делаем через плечо. Получается, создаем себе сразу конструкцию, на которую мы будем переходить. Вот. И все так же, наверх, скручивание. И переходим через плечо, но единственный момент, когда вы встаете на плечо, вам надо немножко с него толкнуться. Показываю. Наверх, закрутка, плечо, оп. И так получается, когда вы остаетесь на плече, чтобы ваша попа не упала, а это очень важно во всех движениях, мы должны немножко толкнуться. То есть получается, мы переходим на все вот это вот плечо, и когда у нас идет переход, мы отсюда толкаемся на согнутую ногу. Еще раз показываю. Оп. Оп. Вот, в принципе, не очень сложно. Единственное, для того, чтобы сделать последний переход, надо нормально стоять, естественно, на плече. И стараться как бы приходить на него полностью и с него толкаться. Не забываем, ноги не меняются. Наверх, скруточка, рука, локоть, плечо, что вам нравится. Этот переход вы можете делать подряд, то есть сначала через руку, потом через локоть, потом через плечо. И
или же в обратной вариации. Но, естественно, это поможет вам развить ваши переходы и вообще, как выглядит футворк. Но не забывайте о том, что то, что вам показали, это лишь капелька. А чтобы сделать это нечто большим, нужно вложить частичку себя. Так что над каждым движением, которое вы где-либо видите и вам учат или дают, не забывайте, чтобы быть реально бибоем, вносите частичку себя в то, что вы делаете. Йоу, с вами был Break Advice, и снова я, Чирита, Illusion of Exist, Evolvers Original Squad. Был рад вас всех видеть, качаем без печали, развиваемся, и не забываем, что творчество – это выход. Break Advice.